отворите телефоны, как торчат просто. Все хотят сфоткаться с Ваней. Просто шопа. Вот гениально, залезть на стол. Вон он, мазафака. Рудской мазафака. Милен так близко стоит. Можно прям к ней подойти и сказать: привет, меня зовут Ваня Мандарин, смотри мое видео. Она такая: о, конечно, ты милый. Воображение, да, давай. Какое воображение? Это же не Саша Спина. Это жопа. Честно. Жопа. Лена, как? Рудской. Слушай, главное, чтобы тебя не задавили. Смотрите, Ване подсолнечное масло дали. Ну, это просто гениально. Вот у вас 700 тысяч подписчиков. Вы устроили сходку. И что происходит, мазафака? Что происходит? Это просто самая эпичная сходка. Просто самая эпичная сходка. Я не знаю, как Ваня будет продвигаться, но я комментатор от бога. Кто-то встал на мусорку. Это гениально. Вот это толпа, ребят. Да, девочка, спасибо, что Маша, молодец. А, это не мне Маша, ну ладно. Там кто-то упал. Блин, это же Рудской упал, мазафака. Это просто самая эпичная сходка, которая когда-либо была. Саш, там его за капюшон просто за все части тела хватает. Ваш комментарий по поводу вот это этого. Это просто... Ивангай упал только что вообще. Прикиньте, вот у вас 700 тысяч подписчиков, и вы устроили сходку. И к вам пришли и просто затоптали вас от любви. Да, и толкнули еще с лестницы. Да. Вот это чистый фанатизм, вот это на уровне Бибера, можно сказать. Вот у Джастина такие же вот просто поклонники, и так же орут, бьют по машине, вот так же. Вот только у Бибера это каждый день, и в любом городе. И вот Иван Мандарин знает, какие фанаты у Бибера. Да, я интересно. Я фанат Бибера. Я не фанат, я слушал эту песню, это же жесть. Мазафака, смотрите, давайте кто быстрее. Ваня, короче, побежим сейчас, мазафака. Вообще, мам будет. Ивангай, только не ёбись, пожалуйста. Ивангай, только, блядь, пиздец, значит, просто. Смотрите. Просто фееричное количество человек. Это жесть. Эпично, мы просто. Короче, идем на сцену. Я, кстати, надеюсь, пробежался выгонят, вместе с вами. Это как митинг какой-то. Я надеюсь, что все отлично. Я думал, меня задавят, честно, вот сейчас. Офигеть, такое количество народу. Вот посмотрите на всех этих людей. Им всем надо делать уроки. Короче, ребят, я держу в руках iPhone 6. На сколько гигов? 16. У парня iPhone Ольга называется. Ну, честно скажу, вот сейчас с 5 сторонин подержи. Вот. Вот так-то. Ну, он намного тоньше, у меня еще чехол. Давай. Вот, ну, очень тонкий. Кому что нравится. Вот я бы 5S купил, я его и купил. Тебе мама звонит. Отключи автокоррекцию, меня она бесит. Я не знаю, как отключить. Сейчас я тебя отключу, все. Меня нет на YouTube. Нет. Не снимай. Его нет на YouTube, как он на тебя подпишется? Не, я заведу. Заведу. А. Ради меня заведу, да, канал. Да, я тоже свой канал. И подпишется на мой канал. Да. Ваня Мандарин. Ребят, смотрите, вот как надо пиариться. Пишет свой канал на YouTube и Instagram. Да, мне тоже. Здрасте, снова. И если бы я тебя заплатил за пиар, что бы ты сейчас мне сказала? Вот сейчас. Да, но что бы ты сказала в своем видео? Я бы сказала пиар. А, и подписывайтесь на него, это хэштег пиар-пиар, реклама, скрытые пиар. Да. Кого я тут встретил? Здорово! Привет. Здравствуй. Посмотрели с тобой видео, очень понравилось. А, старое? То самое, да. А я сегодня оператор для канала Ирина ТВ. Да, спасибо большое. Вань, желаю тебе 1 000 000 подписчиков до конца года. Сколько мне пожелаешь? Я пожелаю тебе 2 000 000. Да, спасибо. Идем с Ваньком, короче, гуляем. Ой, прости, пожалуйста. Это норма. Пожалуйста. Я пошел тогда. Так все, уже начинается. Здесь анархия происходит. Это жопа на самом деле. Что происходит в этой жизни? Я вот тебе не завидую. Но на самом деле это хорошо, но... Ваня, можно тебе подарки подарить? Гениально, чувак сейчас мышки снимает. Давай, я почту открою, а ты потом пришлешь. Ну, я напишу всем почту, куда отправлю. Да, Ваня Мандарин. Что, на YouTube? Да, видеоблогер.
Ваня, Ваня Мандарин. Я как фанат, ребят, честно. Ну, по приколу. Вот всем пофиг, всем главное сфоткаться, подергать Ванька. Я нахожусь на самом адовом событии этого месяца. Это самая эпичная сфотка. Подсолнечное масло. Да, масло. Здорово, хочешь масло? Нет. Реально масло. Ёпта! Побежим с мандарином, короче. Олег! Короче, давайте побежим с мандарином. Куда? Ой-ой-ой, я не туда повернул. Нет, я с ним только что гулял. Гуляем с Ваньком, говорю. Это все, весь народ, который не сфоткался с Ваней, в том числе и я, но я с ним видео заснял. Ладно, давайте, ребят, до встречи, сейчас еще что-нибудь в конце скажу вам. А может и нет. Пока. Тестирование игры. Во. А, во, Warface, ребят, это вообще просто гениально. Во, World of Speed выходит, игра какая-то новая. Вот я ее куплю, я обожаю гоночки GTA и больше ничего. Можно поиграть, протестировать новые игры. Ура, ура, мы наконец-то встретили Ксюшу. Нет, меня не слышно, поэтому я не могу снимать себя. Я сейчас говорю просто в микрофон ровно. Давай ты будешь говорить, а я буду рот открывать. Давай. Давай. Вот такие дела сейчас. Ждем, пока наш друг Саня доиграет. И Олег озвучивает меня. Вон там продаются футболки. Очень-очень много людей. Вчера было намного меньше, нам сказали, хотя меня вчера не было. Надо было идти вчера, я думаю, да. Фирма называется «Микроэксперция», он фоткает и печатает фотки. Прям сразу после фото. Вон там такая штучка есть. Вообще офигенно, сейчас фоткаемся. Блин, это круто, бесплатные фотки, смотрите. Я буду вот так себя снимать, видите, как я говорю? Прям в микрофон. Я даже не заметил, что у Санька на кофте Eminem написано. Жесть, да, ребят, вообще? Расчески какие-то. По-моему, со вчерашнего дня не убирались. По-моему, вообще не убирались. Как поставили, так и все. Но я не знаю, как такое возможно вообще. Что все валялось. Я бы на такой погонял Реал, вообще красавица. И девушка тоже зачетная. Норм. Ну классная машина тоже. Вот Эвик вообще от души просто. Короче, он бибикать умеет, мазафак. Вот игра новая выходит.
World of Speed. Надо будет купить и поиграть. Поставили для участия в конкурсе, нужна такая печать, вот. Жертва Майнкрафта, ты жертва Майнкрафта. По приколу чувачков нашел, у них 150 тысяч. Закалифанились. Йоу. Бог, ёпта. На меня подписано, Где? В Инстаграме. Ваня Мандарин. Да, вот, я на него подписана. Я тебе кинула. Мазафака. О, ребят, помните этого чувака из прошлого видео? Подписываемся на Мандарин. Как? Второй раз? Как? Спасибо, все, давай, фоткаться. Ну еще раз, и нормально. Много раз фоткаю, я привык так. Ну, на канал подписывайся. Подписывайся, пожалуйста, такой. Ваня, ну, пожалуйста, да. Пожалуйста. Ты будешь в 1060-м. Шатровый, Черкасов, и за ними все бегут, вот. Ха, вот они. Вот. Раз, два. Ребята, это жопа. Сколько человек-то? О, Черкасов, собственно, персоной. Ну ёпта! Очень много человек. Больше, чем на сходке у Ивангая даже. Мне страшно здесь находиться, здесь толпа. У Ивангая была сходка в будний день, и поэтому было меньше. Вот. А сейчас сегодня воскресенье, и поэтому так много народу. Все смогли прийти. Ребят, это жесть. Вот когда блогер двигается, происходит вот это. Говорить. Ребят, помните того чувака из моего видео? Я помню. Это помню. Да. О, привет. Видел. Даже пытался с ним сфотографироваться. В общем, пока не получилось. Вот. И самое главное, я кому-то отдал вот штатив. Вот. И теперь ищу этого человека. Игорь Синяк с охранником. Просто жесть. Жесть, его тащит прям. Тихо, сейчас нас задавят. Тихо. Хоффман, Шатрова и Черкасов, ёпта. Пропускаем по одному, и они фоткаются, вот. Йоу, мы сегодня охрана всех блогеров. Пропуски, да, выдаем. Короче, стоим на посту охраны сегодня. Я охранник, самый главный. Вот, там все наши блогеры знаменитые. Вот, ждем, пока придет Бог Синяк. Ну, я не ожидал, что мне дадут такой должность. Вот сейчас нам всех этих людей надо пропустить. Вот. Все так на меня смотрят. Ну, полосочка. Сейчас будем пропускать Синяка, смотрите, для него дорожка какая прям. Вот, Синячок. Просто жопа. Мазафака. Заебись, да? Игорь отдыхает. Так.
Я не пидор, нет. Тут ступеньку сломали, ёпта. Как можно вот сломать лестницу? Ебать, лестница просто в хлам. Зацените, вот. Блин, сейчас охранник придет и будет. Сейчас скидываться по 100 рублей будет, блин. Я убегу сразу. Бежим. Все бежим, как Ивангай от всех. Бля, нет, в жопу. Я больше не побегу. Спасибо. Йоу! Йоу. Чувак, читер. Здравствуйте, дорогие друзья. GoPro, короче, кончилась память. Азизас. И всех пустили, сейчас всех вот эти сфоткаются, и все, и идем домой, короче. Мы сегодня это работали охранниками. Всех пропускали по очереди. Ладно, всем спасибо, ребят, за просмотр этого трехдневного влога. Мы тут тусим на сцене парка Горького. И всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на инстаграм мой. Мы поем тут песни и танцуем вместе. А я иду, гуляю по Москве. А я пройти еще смогу. А я сажусь смогу. В вагон и покидаю Вавилон. Я так тебя ждала, ла-ла-ла-ла-ла, болел. Пугачева? Один заболел, а ты уже с другой. Такие вот дела, ла-ла-ла-ла-ла. Всем, короче, пис и всем пока. Всем спасибо, что смотрели этот длинный влог. Йоу, мазафака. Пакеты всем. Пока-пока. Арриведерчи. Я говорю вам пока, я вас люблю. Давай. Я говорю всем пока. Ну, в общем, мы заканчиваем, мы уезжаем. Пока-пока, было так классно, всех вас люблю, и мне намутили похавать. Люблю-люблю, все, короче, все было очень круто, я вас люблю, пока. Эй, чувак, слушайте, знаю, можно спокойно? Блин, круто, спасибо. Меня Ваня зовут, Мандарин. Я знаю. Все, отлично. Меня узнали, вот я все снимаю. Все, фоткаемся. Да, мы снимемся. Спасибо, можете обнять? Да. Офигеть, круто. Хотел тебя встретить. Хотела тебя встретить. Круто. Спасибо. Встретили меня, мазбока. В автограф еще можно. Это самое милое видео мое, на моем канале. Вот. Я что, попаду? Да. О, моя мечта сбылась. Ира, что ты делаешь? Я снимаю. Я не знаю. Вот, чтобы было видно, что ты ставишь автограф. Вот еще вот так вот надо сделать. Да, все можно, мазафака. Да. А вы оба меня смотрите? Я тебя смотрю, она тебя первый раз видит. Такая, ура. Я рад тебе. Можно тебя сфоткаться? Да. Йоу. Я надеюсь, что ты не уйдешь. А вот, я ради вас остался. Спасибо. Просто пока. Все. Давай. Йоу, всем пока. Бля, я так устала, что готова просто убить всех. Пошли нахуй.